День знаний на телерадиоканале «Страна-ФМ». Андрей Зубков, 10 лет. Я хочу поздравить всех учителей с 1 сентября. У вас такая замечательная и такая сложная профессия. Вы каждый день стараетесь донести до нас важные и нужные вещи. Вы учите нас писать, решать, думать и рассуждать. Наверное, у каждого из ребят в школе есть любимый учитель. У меня есть точно. Ее зовут Оксана Анатольевна. Она добрая, справедливая и требовательная. Она волнуется и переживает за каждого ученика. Я рад, что учусь у нее в классе. День знаний на стране FM.